В соревнованиях приняли участие команды из 5 районов – Десногорска, Рославля, Починка, Ельни и Шумячи. Турнир открылся встречей баскетболисток из Десногорска и Починка. Десногорские спортсменки уверенно начали матч и вышли в лидеры уже с первого периода. Второй период закончился со счетом 2-13 в пользу команды из Десногорска. Команда соперниц из Починка продемонстрировала хороший уровень игры, но не смогла оказать достойного сопротивления. Капитан команды победительниц поделилась впечатлением от игры. Победа далась легко, потому что сыграла наша собранность, то, что мы тренируемся дольше девочек, с которыми мы играли. Из минусов то, что игра была первая, мы с утра еще только разогревались, поэтому отрыв был не особо большой. Подведены итоги дивизионного этапа школьно-баскетбольной лиги «КСБаскет» сезона 2018-2019. Десногорская команда по-прежнему лидирует и считается одной из сильнейших. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.